Всем Всем привет! привет! И ты попал на канал Вилка. Сегодня у нас с тобой снова очередной, или внеочередной, я не знаю, как правильно говорить, аукцион проектов на Вилке. Да? Да. Набрали вы, молодцы, набрали вы сумму, вы даже не то, что набрали, вы ее перебрали. Это замечательно. Всегда бы так. Претендентов у нас с вами сегодня целых 12. Шансы их победы, вот здесь, смотрите, обновилось немножко приложение, на котором мы с вами шансы здесь, короче, написаны, шансы победы, соответственно, вот. А проекты не все видно. Ну, у нас здесь, смотрите, на первом месте комбинация, я не буду убирать камеру нашу, вот, комбинация 350 рублей, 28%, на втором месте скорая помощь, первая серия, дождь 240 рублей, 19,2%. Волчонок, первая серия, 150 рублей, 12%. Волчонок? Ну, дальше вы видите. Короче, для всех вот всех для всех, кто здесь есть и кого здесь нету, все вот сомневаются в честности этого аукциона. Кто сомневается? Ну, бывает, там бывает. Поэтому смотрите, для кто вас... Кто бывает? Ну, там кто-то писал. Кто писал? Ну, где писал? Кто-то писал. В комментариях но писали? На всякий случай, поэтому я сейчас всем покажу все наглядно. Смотрите, вот ты, здесь у вот... тебя... А, ну да, нормально. Чё? Нет, это я увидела, просто у тебя тут крутите барабан, типа музычка. Да, у меня стоит. Короче, вот новое, да, есть вот классическое выбывание, есть новое. Новое, вот здесь вот написано, читайте быстренько. Короче, сразу показывает, кто выиграет, а кто проиграет. И все. И дальше как бы то, что оно прокручивается, это иллюзия, если что, иллюзия, обман, да. Ну так, для вас, чтобы вы понимали. Классическое же выбывание, оно работает, вот тоже вам читайте. Написано, все честно работает, по даже математическое доказательство есть, да? Ой, так, тихо, это мы не смотрим вам. Вот, есть, короче, калькулятор рандома. Вот мы берем текущие лоты, мы пишем, да, смотрите. Ну, сколько, давайте, вот тысячу, дайте 10 тысяч раз мы прокрутим этот барабан, рассчитаем шансы. Смотрите, на выбывании комбинация, вот как было 28%, я ему изначально прочитал. Так и здесь оно на выбывание выигрывает 28%, да, соответственно, видите. То есть количество побед ровно 2865 раз. То есть вот оно вам, математическое доказательство. Зайдите, покликайте, все здесь уже за вас. Нет, сомневаются, просто они, знаешь, что говорят? Как, говорит, комбинация за 350 рублей может иметь примерно такую же ячейку, как Дэнни Призрак за 20 рублей. Но а, это, ну это просто... Это вам визуально да, здесь показывает. Так обманывают, чтобы вы вот видели, как это все, да? А на самом на самом-то деле, ну вот так оно выглядит, вот, пожалуйста. Ну, как бы, с математикой не поспоришь, вероятность там вся указана, все это рассчитывается, все есть. Зайдите, почитайте, никто никого не обманывает. В принципе, я все сказал. Угу. Можем начинать? Из всего этого, опять-таки повторюсь. Что? Болею за что? За по ту сторону изгородь. Призрачная сова. Подозрительная. И все. И все? А волчонок? Ну, волчонок, кстати, мы смотрели. Аладдин ты хотел. Волчонок мы... Ну, я буду за два болеть. Как бы это, если что. Просто остальное я все не знаю. Волчонок мы смотрели до... Комбинация, новый сериал в российский, с Калагривым. Подожди, вот мы волчонок до сколько посмотрели с тобой? Сезона сколько? Три? Четыре. Вот четыре сезона мы волчонка уже смотрели. Смотрели мы года 2-3 назад, наверное. Да? Года два назад. Года два назад. Поэтому, в принципе, что-то забыли, что-то еще помним. Но тем, кто заказывает, имейте в виду вот все. Готово? Это надо было раньше говорить, если что. Ну, а когда это? А закрытая школа. Да он не смотрел. Я тоже не знаю, что это такое. Я, кстати, ничего не знаю. Я вот Ким 5 с плюсом немножко смотрел. Аладдин немножко смотрел. Маленький пони смотрел? Нет. С остальным больше ничего не смотрел. А у тебя сестренка маленький пони не смотрел? Нет. Я тоже не смотрела. Сколько секунд ставим? 20 как будто много. А у нас обычно сколько? Не знаю. Разве не 20? Ну, давай 20. Давай. Пусть будет 20. Давайте, папа. На выбывание играем. Да, поехали. Давай, давай. Не, мне кажется, самое то по времени. И сразу все, что ты хотел. А как так? Смотрите, вы видели, сектор одинаковый был, да? А почему ты выбрала именно то, что меньше всего стоит? Ну как так-то? Ну успокойся, ты уже все поняли. Твое негодование. Да я уж понял, что все поняли. Еще крутим?
А что, все, прекращаем? Это победитель? Ну вот просто шторки закрылись вот так передо мной. Ну ладно, а что? Ну нормально, нормально. Ну я бы хотела, чтобы ты посмотрела. Пока идем дальше. Сейчас музыка уже закончится. А что такое Дэнни Призрак? Это что-то знакомое. Мультик такой. Что-то знакомое. Вот это жирно. Офигеть. Прикинь. Вы были мощно. Только что 240 рублей. На секундочку. Угу. Вот будет, да, прикол. А что, у нас, по-моему, первый раз тоже победил за 20 рублей. Ну да, да. Ну, сверхъестественно, кстати. Имеет место быть, конечно. Никто не спорит. Это все-таки вероятность. Ну все, выбыло все, что я хотел. В принципе, на этом мы заканчиваем. Я пойду, а ты досмотришь, доделаешь. Ну почему? Ты не даешь шанса. Кому? Я всем даю вообще. Я же говорю свои хотелки, а все остальное меня уже устраивает. Ну нет, ну какой Дэнни Призрак? Ну, эх, самое козырное, так что ж... Ты только что сказал, что ты не знаешь, что это такое. Сыс, я знаю этот мультик. Знаешь? Да. Так а что ты мне не рассказываешь? Так что это просто мультик. Его показывали типа на Джетиксе, что ли, или вот где-то там. Возможно, я его видел. Ну, он такой, как будто, я не знаю, ему он типа 90-х годов, или вот он такой старый-старый прям, знаешь? Надо будет погуглить потом, потому что это что-то реально знакомое. Дальше? Да, давай. Ты-ты-ты. Мы с тобой как эти, знаешь? Две собачки на лобовом стекле машины. Аладдин! Ну, все. Остается совсем на сколько? 3, 4, 5, 6 получается. Комбинация волчонок, древнее время приключений, мой маленький пони и Кин 5+. Ну, по идее, должно вылететь вот эти два, и вот они, 4 титана, каждый по сотке должен оставаться. По идее. Но настолько, что скорая помощь вылетела как бы за 240. Ну, вероятность все-таки у нее 19%, не 100. Какая-то строка появилась. Где? Вот видишь? Тикает вот так. Молчонок! Вот тебе и... Вот тебе и кологривый. Опять-таки повторюсь. 28% было на победу этой картонки. Картонки? Ну, типа... Плашки, типа, треугольника. Из Хардстоуна из какое-то, из да? Из Хардстоуна, да. Наболевший. Как тут непредсказуемо может разыграться? Не так страшно, как будто это мои любимые все проекты. Реально? Волчонок! Этот, опять-таки, вот смотрите, здесь вероятность написана. Есть даже вероятность 1.5%, что Дэнни Призрак тоже мог выиграть, понимаете? Угу. Так что никто не защищен. Вот тебе по соточке все и вылетают потихоньку. Реально. Сейчас пони будем смотреть, Ань. По факту. Не будем. Обалдеть. Ладно.
Все, три. Вот они. Топ-3, понимаете? Топ-3. Древние, время приключений и Ким 5 с плюсом. Причем, если как бы наблюдать внимательно, то можешь заметить, что у Ким 5 с плюсом все-таки плашка побольше, потому что она все-таки 40 рублей, а эти вещи. Ну да, поменьше. Это больше шансов на вылет. Да, у нее больше шансов здесь на вылет. Это нам чуть-чуть визуально показывает. Ну ладно, поехали. Знаешь, что мы забыли сделать? Что? Вот я бы хотел, наверное, так сделать, но я забыл. Ну ладно. Вот вам таким 5 с плюсом. Да, сейчас всех вы... Ну а что вы хотели? Ну, она, конечно, вы видели, какое карате она умеет. У нее есть Руфус, она просто во всех хомяка кидает своего. Всех выкидывает. Это не ее хомяк. Чужого хомяка. Это хомяк Рона. Ну, Рон же его зовут? Да, ну чужого хомяка. Ну все, смотрите. Либо древние, вот с маленькой плашкой были. Она кидает даже не своего хомяка. И то выигрывает. Ну все, погнали. Последняя финалочка. Вот я офигею, если сейчас с кем-то смысл выиграю. А древний это сериал, я так понимаю, да? Не, Ким 5 с плюсом выйдет. Ай-яй-яй, почти. Было почти. Прям чуть-чуть. Ну ладно, что ж. Вот у нас остались древние, 130. Не, на самом деле, вот я каждый раз... Ты крутани еще раз. Зачем? Ну, чтобы прокрутилась просто и выиграла древнюю. Короче, вот я смотрел у Сильвернейма, если, может, знаете, может, нет. У него тоже были такие аукционы, но на игры, да, и... Мы там, короче, кто-то 300 тысяч донатил на танки World of Tanks, или 200 тысяч, вот там, ну, много там, на Доту донатили, и кто-то на Барби задонатил. Вероятность победы этого Барби составляла там меньше 1%, 0,0, типа там, ну, 0,5, 0,8, не знаю. И, короче, вот фишка в том, что даже такой маленький шанс может победить, я вот к чему веду. А, короче, я что хотел, и что хотел сказать, смотри, можно было вот так сделать, я сейчас еще раз зайду. А, выбывание классическое. И вот эту вот штуку же вот так можно было сделать. Чтобы они там вообще в комментариях все с ума посходили и начали верещать, что у всех... А почему у всех одинаково? Не, типа вот видишь, по несколько, чтобы было долей. Да. Это было бы прикольно. Ну ладно, как сделали, так сделали. Все-таки так выбывание так бы и работало, нет? Ну, так бы и работало, ну, да. Типа, выбывает, и с двух сторон просто закрываются да. Вот эти окошечки. Да. Просто, ну, мы как бы одну такую долю, например, да, делим на две. И одну здесь оставляем, другую здесь. Ну, то есть, ну, как бы, вариативность чуть побольше становится, да, визуально. Вот, но вот такой вот розыгрыш, что можно сказать, древние победили. Да, заносим его в свои расписания. Обязательно. Все, кто участвовал в аукционе, вам большое спасибо. Все молодцы. Я считаю, что нету здесь проигравших. Все победили. На следующей неделе у нас выходит тоже Аргай и Южный парк, который у нас побеждали. Ну, ты там раньше не говори так, потому что расписание еще не утверждено, а я еще думаю, может быть, стрим все-таки куда-нибудь впихнуть. Ну, короче, это... Ну, что-то из этого точно будет по очереди. Да, короче, вот. Все молодцы, всем большое спасибо. Вообще супер-пупер, сумму набрали, ну, я не знаю, относительно быстро. Меня, например, аукционы, которые вот такие раз в месяц устраивают больше, чем, блин, чуть каждую ли не... Каждую неделю, потому что... Да. Да в тот раз вообще было 2 раза в неделю, что ли. Короче, очень часто это такой-то... А вот так вот здесь приятно. И проектов много. Да. И приятно. Да. То есть у меня там всем спасибо, все молодцы, все классные. Надеюсь, все довольны. Да, особенно... не расстраивайтесь, если вы проиграли. Особенно довольны те, кто получил древних. Да. Ладно, что, всем пока. Пока.